Ну кто это перезвонит с утра? Алло, кто это? Привет, ура, это Сергей. Приезжай к нам в бар, Эстдело. Хорошо, до встречи. Здравствуйте, товарищи. Привет, ура. Итак, у меня есть мирная работенка для вас. Надо собрать деньги в на скольких заведениях за крисху. Они сами нам платят, за то, что мы предоставляем им услуги. Работа на сегодня, как мне кажется, классная. В каком смысле? Классная. А что, не видно? Нет. Ты много выпил, да? Кто выпил? Нет, я не выпил, а сухой как лист. Но на всякий случай, возьмите рук с жефа в шкафу. Игорь Лаврентий по дороге расскажет, куда ехать. Удачи вам, товарищи. Поехали на стройку возле церкви. Привет, Бзгон. Мистер Бекерито передает тебе привет и просит заплатить за услуги. Окей, сейчас. Es pasivo. Так, тепер нам надо сдержи ту бару олега. Заодно можно и перекусит. Привет, Олег. Мистер Бекерито передает тебе привет. И говорит, что пришло время платить за услуги. Хорошо, сейчас. Стоят на месте, ущербные твари. А, простите, это вы мне? Да, это наша точка. Ты кто такая вообще? Это место теперь принадлежит семье Симахита. Не, ну ты село. Не, она еще лыбец! Ах ты сволочь.
Я буду мстить, и мстя моя вам будет страшна. Хватай ее. Поехали за ней. Yo con Efei. Poslietako gotoxone vigibes. Previata. Te queries tiesio od modelo. Nado poejatio esio od nomesto uchaina taune. Так, ура. У меня есть для тебя интересное дело. Я заплаху как следует. Вообщем тут такое дело. Мне пригодилась одна машинка фараона Мостат Гульяно. Я хоть хы, с кто би ты не угнал. Только ты должен это сделать до 12 дня. Потому что он возьмет в другое место. Ugonię to i podwezy ika nam na stojanku wozle bara. No jak, idiot? Da, ja biorę za to. Zamecuchatelno, woz mi na wse akie sluchaj z dwol. I nam nie straszen nie wam, dziewiaty, nie chłód wieśny, nie rzłoty. Ведь мы ребята, ведь мы ребята. Семидесятый широты. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, одежду. 70-х широты. Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят труды, мы проложим. Какое сказочное свинство. Надо бы заварить кофе. Алло. Привет, Юра. Срочно прискакай нам в бар, на телефон не разговор. Хорошо, уже иду.
Боже, что это за погром? Ура, я здесь. У нас тут такая беда. Представляешь, мы и утром приходим, а тут такое. Като мозгне, по нас холвотето. Аво, так они нас все-таки нашли и отомстили нам. Да, этим они объявили нам войну. Ну ничего, я знаю одного товарища, который все знает, о который сам еси махитто. Его зовут Валерий Павлович. Вот его адрес. С разбиканем раз спроси, какими заведениями они заправляют. И как у них много не устроено. Окей, босс. Все иди, а я пока буду приводить тут все в порядок. Надо. Здравствуйте, я от мистера Бикерита. Вы Валерий Павлович? Да, садите. Садись, випей чайку. Нет, спасибо. Расскажите мне, пожалуйста, что вы знаете о клане мафии Симахита. Ну, немного. Я знаю, сколько их знает о них, так и как. Fábrica Messerschmitter, magazzino de tecnicar manille. Y esclad urrayone raboshego kvartala. Uy inem clane mafili y use de buski. Glavari ignei mafili y anastasillas y majito takayas betlaya gadina. Egriega o consildieri clavilla fetisotomna. Ona ese tío minimi bolosami ibsegdao de tau beklasnui ubluzku. Ага, должно быть, это с ней было происшествие, когда она утопилась. Возможно, но убить я не знаю, где они собираются. Ну ладно, ничего, мы попробуем это вычислить. Спасибо вам за приятную беседу, до свидания. Слиночек, если тебе негде будет переночевать, то приезжай ко мне. Буду всегда рад. Спасибо.
Bože, pozor! Na smotry udelo zdvinulo se smord vojtocký. I mi uznali i korec hto opetor mafii, blagodaria Valeriu Pavlovicchu. Tak wot. Ja pridumal nowy plan. Raz oni nam wredyłat, to i my i budamy im wredyt. My proigrali pierwszą bitwę, a wpierdzi jeszcze cała wojna. Na doraz potraski tichnęły kampanię Messerschmitter. Na specjalno was pozdnowy izwal, potem uchtona do budek wzorować to zdanie. A co tu dawari, da? Tam budu tychanniki, poetemu wozmi te oruzgie. Idite bez mnie. Боишься, бабла? Боже упаси. Возьми и те орузгие и взрыв хатку на столе. Не подводите меня, ребята. Хорошо, сделаем, ребята. Работаем, работаем, работаем. Значит так, ребята, едем в район рабочего квартала. Потом мы проникаем через забор на фабрику. Леснику я узхе поставил. Закладываем рычатку, удиваем и сгьем пока абсорбиопса. Ну шо, граждане, тунеядцы, дефективные угонщики бабушкиных автомобилей. По совету профессора... Поехали! Посмотри, сколько охранников. Вход. Значит, что у нас получается? Без оконцев, без дверцов, полна хата працов. Стоит вот просто, как бы, казалось бы, петушок, да? А знаешь золотое правило золотого петушка? Мы друг за дружку держимся. Мы своих в беде не бросаем. Так, ладно. Ты, Юра, ведешь закладывать взрывчатку. Dizu na fabrike, a labrenti i kievja przykrywajet. Nu a ja na kojise. Starajte si ne popadatsa oran en aglaza. Nob na chale, nado vi gubiti bote tu banduru, sto vi nas netak bilo vidno. Udari kulakon poeto i stuke, ips jo budet tip top. Zamieć, nie ja eto predložil. Thank you.
Значит так, ребята. Едем в район рабочего квартала. Посмотри, сколько охранников. Вход. Значит так, ребята. Потом мы проникаем через забор на фабрику. Les mito ya los jepos también. Закладываем рычатку, удираем из кьёнку капсорбиопса. Ну шо, граждане, тунеядцы, дефективные угонщики бабушкиных автомобилей. По совету профессора. Поехали. А нас точно не шмягнет? Не, я псио рассчитал. Мне кажется, псио будет окей. Жаль, что вам так кажется. А что это так громко бум? Это уже моем животе. А, только о своем брюхе думаешь. Ладно, поехали отсюда.
это еще прется. От зараза, постреляв бы их. Кто там? А, все узнал. Извиняюсь, просто ты меня разбудил. Что случилось? Ладно, заходи. Вот диванчик. Будешь на нем спать. Утро вечера мудренее. Ну, как спалось? Ха-ха, замечательно. По крайней мере, никто не пилит. Ну, слава богу. Нюлька, конечно, еще та безобразница. Слушай, у меня тут есть одна идея для тебя. Я этим делом занимаюсь уже несколько месяцев. Это длинная работенка. То но не нет на это. Не говорим. О, мне интересно. Рассказывай. Дело у совсем такое. Нужно зарубить у машину и чекис en elegano y bitcoin. Потом обеспечу в указано место. Звучит просто. А сколько платишь? По $300. Звучит неплохо, я берусь за это. Боки славно. Пошли. Привет, Миша. Привет, Егор. Что решил опять побаловаться? Да, мы едим немного поработать. Окей, все как обычно. Берем три ящики. Перенези и в машину, и отвези в район центрального острова. Деньги даю сразу, так как и доверяю тебе. Спасибо. Ну, Зарено. Здравствуйте, это вы заказывали товар? Да, положите все его сюда. Окей. Как спина болит. Micho, сейчас пройдет. Сейчас устроим небольшую свистопляску на радости Хали в ресторане Страшная Бутилка, отметим это дело.
наш общий успех. Надо будет es хоканибут провернуте тодено. Праздник толико начинается. Посмотрика кучу здоровенную бутылку я заказал. Главное не переборщить. Ага. Ой, мама. Это опять Тони. О, смотри-ка, опять эти крашеные собрались. Ну что, кардиоболит продолжается, да? Полный ялес капут. Опять этот динозаврик пришел. Юра, ты что с дуба рухнул? И надо в хемии зоюрув хиенексиалиез собой. Ксио я придумал. Бистро драпаем черед тутберт сто слева от меня. Это черный хоп. Там черед борик и увезхим. Погнали. Умоляю, не надо. Нормальный пацан не стал бы умолять. Давайте станем друзьями и не будем ссориться. Я же заварил эту кашу. Я тебе сейчас так все намылю, что тебя никто не узнает. Я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь. Быстрей садись в эту целеную машину, Юра. Да не по хромосомам. Иди отведай моих гостинцев. Сейчас будут прыжки. Вас снимает скрытая камера, твердолобая. Все, спеклись. Давай, доставай их клавдуши и поехали в порт.